Приветствую всех! Сегодня у меня будет рецепт миндальной муки. В кипящую воду закидываем миндаль, все время перемешивая, кипятим немного, буквально 2-3 минуты. Вода, в которой кипятилась миндаль, выливаем, она нам не нужна. Миндаль остужаем. Слегка пальчиками надавливаем на зернышко и снимаем кожицу. Такие почерневшие и испортившиеся миндаль убираем. Наливаем холодную кипяченую воду. Количество воды будет зависеть от того, насколько жирное молоко мы хотим. Идеальное соотношение 1:2. Одна порция миндалей, 2 порции воды. Миндали с водой пропускаем через блендер. Сцеживаем через марлю, сложенную в 3-4 слоя. На противень, застеленный бумагой, кладем жмых. Распределяем по всей форме и убираем в духовку. Духовку разогреваем до 90 градусов, не больше. Если у вас духовка с вентилятором, то советую ее включить. А если вентилятора нет, то можно немного приоткрыть дверцу духовки. Не забудьте время от времени поглядывать и перемешивать муку. Через полчасика вынимаем из духовки и оставляем сушиться при комнатной температуре. Готовое молоко переливаем в стеклянную банку. Не забудьте, что такое молоко можно хранить в холодильнике всего несколько суток. Хорошо просушенный жмых нужно будет пропустить через блендер либо кофемолку еще раз. Миндальная мука готова, храните ее в стеклянной банке. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!